Так, все готовы? Давай. Я помню. Да. Но я не хочу быть дозорным. Да, мы с Маней будем в самой жопе. Чем еще и без машин. Да. Леха, как единственный распиздяй, блядь. Так на что поделать, если я распиздяй? Нет, я на машине. Ой, тут... Тачка. Курум-то развелось, ёпты мать. Да, толку нам на ней не дадут там воевать. И вообще хрен знает, где будут эти курумы наши. Тем более, блять, а вот чем как, не... лучше бы ты подсказал как? Не знаю, с обновой лоурайдерской. А может лоурайдерскую эту миссию закончить надо? А я ее не заканчивал, я ее не начинал даже. Да просто. Так, мне наверх. Блять, Ваня прям передо мной, сука. А нам тут? Да, мы тут стоим, в самой жопе. Короче, Машуль, вот, видишь, гараж. Блин. Вот гараж. Да. Будем прятаться в него. Видишь, он открывается. Угу. Тесно. О, а, кстати, я могу куруму туда загнать? Могу. Да. Главное, чтобы она там сохранилась, а то машины исчезают здесь. А так в этот гараж убежим. Так, Ваня, походу, у нас копнул снайпер, да? Да, короче, у Вани тоже стрёмное место, я там был. Там опасно. Там из жопы будут лезть. Так, какой стреляет, да, Ваня. Да, он тебе колеса пробил. Сука, чё ты меня палишь постоянно, блин? Ну это наши бабца. Да, но не наши, но предательница. Нет, она не предательница. Она ФБРовская предательница. Я решил подзаработать баблишко. Может, у нее там дети в колледж собираются, денег нету. Работа не удается. Вот она решила другим способом подзаработать. Маша, может, такую же прическу, как вот и бабцы? Эй, это не устроит. Эй, я просто предложил. Жаль. ФРБ, блядь? А может ФБР? В гараж. Нет, там специальная печатка. Сука, ворота закрылись, я на них наступил. Да блядь, скин. Отойди от ворот, отойди. Отойди. Лёха, ебашь их всех. Заходим. Так, ладно, я понял. Ебать, я, блядь, по ним стреляю, нахуй, им хоть бы хуй. А так? Убей его! Ну, они на меня напали, я испугался. Откуда? А, стыло еще там предзаходит? Ёпты мать. Слушай, знаешь, Кирюх? А-а-а. Как думаешь, а если поставить точку, куда приедут машины, поставить эти мины магнитные? Тема, кстати. На дороге накидать их там? Да. Можно. А, у меня есть интересный магнит. Надо посмотреть, да. Просто заминировать как раз-таки проход, короче говоря, откуда они ползут. А, черт, у меня только обычные гранаты. Ты можешь до магазина скататься. Они продаются. Бомба липучка. Чаще там. Ну и достаточно. А, вот, тут этот, блядь, недалеко, магазин-то. Зачем? У вас хватит? Я заминирую сейчас. Только не начинайте. Кирюх, съездил бы машину, взял свою в гараж загнал бы. Она пропала. Это с каждым стартом миссии. Угу. Из гаража она тоже пропала, вот, сейчас, когда мы были. Понял.
Ну, так, вот, там вроде накидал этот Кирюха. Ну, да, я подкинул, пускай еще подкинет. Я не вижу здесь. Не, он прямо вот возле этого. Вернитесь накидал. На позицию. Сейчас Ваня займет позицию, это будет дело начнется. Это будет забавно. Кирюха уже с гранатометом стоит, такой все, блядь. Наготове, блядь. Без палева. Я тоже гранату уже взял. Так мы то. Вот мы сейчас, когда завалились, я из гранатомета здесь начал шмалять по всем. Слушай, Вань, слышишь, Вань? Ай. Ты потом это, по лестнице вверх поднимись сразу. У тебя сбоку прям лестница. А если я сразу? Нет. Просто оттуда стрелиться явно поудобнее будет. Тоже согласен. Кто первый? Ебошит. Ну давай ты. Давай. Возможно, твои зарыют и мои тоже. Может. Да. И погнали. Не, не работает. Да, не работает. Да ёпта, дверь ты грёбаная, откроешься или нет? Заходи, заходи, заходи. Лёх, ты развлекаешься? Да, с гранатами. Меня убили, пизду. Да вот так вот, грёбаный гараж. Моя... Блядь. Ебошь. Лань, ну мы же с тобой на одной волне, блядь. Да, да. Машина в гараж открылся. Удачно я жахну. Жахнуть лишь бы. Черт, меня, блядь, обстреливают. Да хватит за РПГ, у меня снайперка. Да хорош. Ты мне? Все трясется, блядь. Хорош, говорю. Окей, окей. Блять, они еще едут, типа. Ой. Бегом, они сейчас снопом приедут. Да, мы можем уходить. Блин, по мне уже стреляют. Нужно забрать чемодан. Всё, я взял. А куда бежать-то, ёпта? За мной беги. Да куда угодно, лишь бы свалить отсюда. А вы можете без меня доставить? Ну, кому-нибудь прыгают. Мань, сади. Господи, сколько у меня дыр в спине, мать моя женщина. Вань, сам доберешься? О, я на крыше. Я сюда никого не пущу, так что давайте там уходить оттуда. Не обязательно же мне быть? Вроде нет, чемодан у меня. Ну все. Твою налево! А у меня тут это... Уроды. Уроды? Да, да. Неожиданно.
Я знал. Там мы можем уходить. Нам, в общем-то, сюда. У меня 7 дырок в спине. Ничего, выживешь. Все, можно чай наливать. Наверное. Да ничего, я зашел в здание. Ага. Мне показывает, правда, что седой дед зашел. Я тоже. Все упиться. До смерти? Да. Я ФБРскую тачку угнал. Отлично, миссия закончилась. Я такой с бокалом за горло заливаю. Заворотник. Вон, здесь уже по 25, смотрите. По 25 чего? Денег. А, мне без денег, я лидер.